любого спортсмена это скукота. Сборы, тренировки – это все одно и то же из года в год. Вообще спортсмены – это одни из самых ленивых людей. Если бы была какая-нибудь профессия, профессиональный раскатчик коньков, я бы обращался к нему, потому что, ну, действительно, ноги болят. Каждый сезон – это как тетрадка с чистого листа. Вот ты открываешь новую тетрадку и начинаешь все писать. Прям с первой тренировки. Как ты там аккуратно все это выписываешь, там почерк, все красиво. Вот так оно и будет весь сезон. А если, как я в институте лекции записывал, что там сам не понимал, что писал, ну, тогда ничего хорошего ждать от этого не надо. Бывает такое, что я уже вот после там соревнований приезжаю домой, мама пересматривает, начинает волноваться, там что-то там говорить. Я говорю, я все, я уже приехал, уже поздно, что-то там говорить. Заезд, прыжок – это все время, когда надо быть супер сконцентрированным. То есть нельзя там ни на что отвлекаться. Надо как-то мозг отключить полностью. Когда отключаешься, тогда все получается нормально. Потому что ты выходишь на старт, и ты уже понимаешь, что поздно пить боржоми. Все сделано уже до. Травма. Ой. Раскатывался я, все, вроде как все как обычно. Ну и, грубо говоря, на ровном месте упал. Ну, с кем не бывает, да? Таких падений на льду, я не знаю, ну, тысячи. А тут хоп, и все. Встать не могу, чувствую нога как тряпка, думаю, ну, класс. Но я уже сразу понял, по болевым ощущениям, что это перелом. Ну, шовчик такой красивый. Вот, на ноге. Это было тяжело. И были всякие мысли. Например, закончить. Что-то остановило. Когда настал момент, то, что надо ходить, начинать, разрабатывать сустав, было очень больно. Страшно было. Был такой очень сильный психологический барьер. Ну вот. Но потом как-то все пришло в норму. Если взять там чемпионат мира по фигурному катанию, то, ну, как бы, грубо говоря, те, кто в теме, они и смотрят. А те, кто не в теме, они, ну, чемпионат мира, там, ну, может, в новостях там что-то напишут. Ну и все. А тут Олимпиада. Экипировка, разные виды спорта, там, новые знакомства там, или еще что-то. Но это все очень интересно. Такая создается атмосфера. Я понимаю прекрасно, что соперники, они, безусловно, сильные. И туда поедут лучшие из лучших. У меня такая задача. Хорошо прокатать обе программы, красиво, чтобы всем понравилось. И я думаю, что это будет очень классно. Это будет прям незабываемо.